Друзья, всем привет! Сегодня мы расскажем, как получить визу с целью туризма во Францию. Если Франция стала любимой страной в вашем списке направлений, вы можете получить многократную визу сроком действия до 5 лет при наличии частых поездок в эту страну. Ее получение зависит прежде всего от выданных ранее французских виз, визовой истории и индивидуальной ситуации заявителя. Здесь хочу отметить, что вы всегда можете оценить свои шансы на получение виз различного типа у опытных визовых специалистов нашей компании. Итак, рассмотрим этапы получения французской визы. Это сбор необходимых документов и заполнение анкеты, запись на подачу в зависимости от местонахождения заявителя и оплата визового сбора. Далее подача документов, сдача биометрии, если требуется, отслеживание своей заявки и получение паспорта с склеенной визой. Также заявители, у которых за последние 5 лет была сдана биометрия, могут подать документы дистанционно с помощью наших специалистов.